подписчики, друзья Фейсбука. Я не выходил на связь, потому что у меня в столовой покушал хорошо и отравился. Короче, мне вчера все ношное было. Но я живой, невредимый. Вы меня видите, я живой, невредимый. Нормально себя сейчас чувствую, только если не считать бронхи. Когда я подкашливаю, у меня сильно нерв вышел. А так я живой, невредимый, все нормально. Это, что я хотел сказать. Кстати, было у меня 91,1 вес. Да. Сначала вес мне был 91,1 это. Сейчас из-за отравления серьезного я вешу 88,5. Короче, 2 килограмма побыл. Больше при росте 186, больше худеть не буду. Так, что я съемку затеял? Мои бредни. Это... А снег идет. А снег нам радость принесет. Финансы поют романс. Я богатый, но судьбе не рады. Я по тебе так сильно скучаю, но я тебя не замечаю. Еще раз повторяю. А снег идет. А снег нам радость принесет. Кстати, идет снег сейчас, кстати. Я под снегом иду. А снег идет, а снег нам радость принесет. Финансы поют романсы. Богатый, но судьбе не рады. У меня, кстати, был клип. Я по тебе так сильно скучаю. Был клип у меня. Но на этот клип я придумал бредню одну. Был клип «Я по тебе так сильно скучаю». Недавно вышел «Голливуд», недавно вышел клип «Руки, бедра, подмышки, песок». И вышел клип «Воля, свобода». «Воля, свобода» вышла. И еще мои бредни, я по тебе так сильно скучаю, но ничего не получаю. Сейчас мы как бы все засняли, все съемки засняли. Примеры клипов, все клипы засняли, все новые примеры клипа сделали мы. И сделали это. Но как бы так, но я не говорю, что будет отменяться съемки. Я не говорю, что там заканчиваться будет. Будет еще премьер новые клипы, но ждите в ожидании. Все, спасибо за внимание. Кстати, вам маленький польский сувенирчик. Покажу так, потому что передать я вам не смогу его, как бы так, не смогу. А показать могу. Вот. Это вам это для настроения такие маленькие эти сувенирчики для настроения. Спасибо за внимание.